Сотрудники из Звенигородского филиала МОСУБЛЛЕС проконтролировали качество выполнения работ по прочистке просек в нескольких кварталах Подушкинского участкового лесничества. Их ширина составляет 4 метра. Этого достаточно для проезда пожарной техники. В 2021 году запланирована расчистка квартальных просек протяженностью 78 километров в границах Одинцовского и Русского округов. К настоящему времени выполнено более 75% от плана.